Неэпическая битва! Эдвард Коллин против Антона Городецкого! Я лучший вампир из кино! Меня любят тёлочки, а ты для кино никто! Ты даже на вампира толком не похож! У тебя 3-литровые банки, я не пойму, что ты пьёшь! Из вашего дозора помнят только Жанну Фриски, гостиницу «Космос» и тормозные визги! А я за год превратился в кумира миллионов! С белыми лицами моя армия клонов! Я из ночного дозора, всем выйти из сумрака! И ты, урод, сюда иди, тебя тоже ждет публика! Что с твоим лицом? Ты мим или просто клоун? От тебя воняет псиной или каким-то бомжом? Я пью кровь, но я светлый маг, чувак! Я окончил с отличием физфак, а ты как? 100 лет в 10 классе, дебилы, здрасте! Тебе надо в российские футбольные власти! Кто ты? Светлый? Ты что, поел урана? Или выпил кровь радиоактивного барана? Я Эдвард Каллен, идеал вампира! У меня коттедж, а не съемная квартира! Ты и твоя Белла, вы вообще ни о чем! Я постучу по вашим губам своим большим фонарем! Среди вампиров ты производственный брак! Такой же лох, как и твой друг Вурдалак! Это не Вурдалак, это оборотень, м***ак! Какая разница, серебряной пулей вдоль ваших... Неэпическая битва!